В Национальной библиотеке продолжается республиканская акция «Литературная палитра Чуваши. 100 книг для прочтения». Название проекта говорит само за себя. Книжный конкурс состоит из трех этапов. Акция Национальной библиотеки стартовала 25 марта и завершится 1 сентября 2015 года. На первом этапе мы вместе с членами жюри, куда входят известные деятели республики, филологи, литературоведы, учителя, специалисты средств массовой информации и просто читатели, отобрали самые лучшие книги для прочтения, 100 книг. Сейчас идет второй этап. Членами жюри могут стать все желающие. На сайте Национальной библиотеки открыто голосование. Здесь представлено 302 произведения. 100 книг победителей будут оцифрованы и представлены в электронной коллекции на сайте библиотеки.